Другим темам. Частный сектор Петропавловска завален мусором. Предприятия, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, отказываются наводить порядок за свой счет. По их словам, горожане не спешат заключать договоры и оплачивать услуги. А тем временем петропавловцы задолжали мусороуборочным компаниям 28 миллионов тенге. К проблеме подключились полицейские. Они начали выписывать штрафы за выброс бытового мусора в неустановленном месте. Протоколы уже составили на 22 человека. На протяжении 2 лет мы помогали городу, возили бесплатно. Но с сегодняшней ситуацией с тарифом мы уже кое-как возим контейнера благоустроенные. Не то что помогать бесплатно. Я не знаю, как эту проблему решать, но ситуация сложилась из-за того, что нет уплаты за вывоз мусора. Когда мы делали обход, нам даже дверь не открывали.